Всем привет, друзья! С вами Дертвер, и вы на канале It's Lucky Time. А мы продолжаем играть в SimCity и строить Paradise City. Какая-то масломасляная, но вы поняли, в общем, город у нас называется Paradise City. Металлургический город. Да. В прошлой серии мы увеличили объем нашего производства, и я только что заметил, что у нас перестало хватать энергии. Плохо. Плохо. В принципе, из-за того, что угля у нас избыток, и он никуда не девается. Ну, он девается, но с маленькой скоростью. В принципе, мы можем поставить угольную электростанцию. Так, здесь что-то перестало хватать. Ну, давайте, пока денег много. Достаточно, в принципе, увеличим сточные воды, увеличим... А водичку давайте куда-нибудь. Что-то там вот грязненько мне как-то не нравится. Давайте здесь. Как получится? Так или так? Или так? Или так? Или как? Или где? Так вот. Так, с этим разобрались. Что еще? Электроэнергия. Давайте подумаем. Солнечная электростанция прекрасна, но... Но на нее надо много места. Так, угольная электростанция. Импортирует уголь с мирового рынка для выработки энергии. Ну, это понятно. А, и загрязнение. Это пометочка такая. В принципе, она бы решила некоторые наши проблемы. Сколько у нее выхлоп? 75 мегаватт. А у нашей на данный момент 111. То есть мы ставим угольную и еще одну, так сказать, еще одну печь, да, для выработки энергии. Все у нас становится классно. И стоит это нам будет немного. Давайте попробуем. Всегда можем убрать и перестроить как-то там. Так что... Неважно, в принципе. Так, давайте здесь, что ли? Давайте. Не так уж близко. К... Так, генератор использует чистый уголь. Не выучено, да, у нас? А, не понял. Ага. Стоит дороже, но загрязняет окружающую среду меньше. Насколько дороже? На 10 тысяч, но он жрет больше. Не, давайте обычно поставим. Так, теперь сколько у нас? А, не показывается. Давайте местные поставки используем. Теперь настраиваем экспорт. Убираем с угля. Делаем использовать. Так вот. Все будет у нас классно, да? Все будет у нас хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, я хочу просто убрать эти ветряки, в конце концов. Хотя, впрочем, они не так уж и мешают, занимают они... Тратят, точнее, 1500 в час. А это 875. Чё-то как-то много. В то же время уголь у нас будет тратиться. А, пока так оставим, поглядим, как будет. Авось сканает. Чё-то мне не нравятся всё-таки эти пробки, давайте... Улучшим здесь дороги, дабы увеличить пропускную способность. Так. Ну, уберись. Вот так вот. Так. Здесь сделали, и здесь, и здесь. Отлично. Сила. Так. Главное, чтобы везде все хватало. Вроде все в порядке. Так, все, теперь по всем фронтам зашибись просто. Мусор у нас сгорает. Мусор у нас сгорает, отлично. Пожарные справляются, медики не справляются. Видите, 59
Из 94-х. Что-то больные как-то прибавляются. Давайте еще одно крыло поставим. Надеюсь, это исправит положение. Да. Так. Тем временем, все-таки здание у нас потихоньку... Это у меня. Прошу прощения. Здания развиваются потихоньку. Перестраиваются в более плотно населенные. Хорошо. О, 400 тысяч. В прошлой серии мы заканчивали, по-моему, было 286, что ли. От дневной доход, и теперь 400 все-таки. То есть как раз буквально несколько минут назад день закончился. Нам дали точный результат. Сейчас еще будет больше, потому что перестраивали мы где-то в течение дня, где-то с ночи, наверное. Синема. О, у нас ачивочка. Переплавьте 100 тонн металла. Угу. Ну, спасибо, спасибо. Вроде все. Так прям вот болеют все. Ну, что делать? Такие дела. Ой, торговый порт можем мы как-то усовершенствовать? Когда мы сможем переплавлять сплавы где-нибудь там? Так, наличие отдела коммерции. Наличие отдела коммерции. То есть это здесь, да, у нас? Да, отдел коммерции. Да, 200 тысяч, то есть стоимость его не самая страшная, что ожидает. В принципе, с дневным доходом 700 тысяч, я думаю, мы сможем себе позволить отдел коммерции за 200 тысяч. 7 миллионов. Почему нет? Так, чё столько больных-то, эй? Ребят, вы чё? Чё вы так болеете-то сильно? Школа у нас есть, я что-то забыл. Есть. Установочки здесь не поставил. Вот так вот. Отлично. 900 учащихся, ребят. У нас всего 550 вместимость. Давайте улучшим-ка это дело. Так, у нас 550, нам нужно еще 400 примерно. Ставить, блин, некуда, некуда ставить. Плохо. Ставить-то некуда. А, ну хотя мы можем, знаете, может построим университет? Он будет вмещать много... Много-много. Где-нибудь около предприятий, где-нибудь вот здесь вот. А, им же место надо, да черт. Здесь тогда. Или вот здесь вот. Как-нибудь так. Сейчас посмотрим. Если мы здесь, там, возможно, потребуется общага, возможно, точнее, скорее всего, потребуется инженерная кафедра. И я вот думаю, хватит ли на это места. Или все-таки построить здесь. Или здесь. Или убрать эту станцию, бы стоит там. Дилемма-то какая. Где бы поставить, или вообще не ставить. Даже не знаю. Интересно, какая у него зона покрытия? То есть рядом что такое? Рядом с университетом все предприятия промышленные увеличат свой технический уровень. А вот насколько рядом? Какая зона покрытия университета? Ну блин, это все сложно. Или вот это зелененькое и есть покрытие? Или чё? Как сложно. Давайте здесь поставим. Да, пожалуй. Давайте. Все.
Уи! Можем сразу улучшить? Не можем. Давайте табличку поставим. Блин, так, посередине нельзя? Нет, нет, нет. Ну ладно. Ну что ж, посмотрим, сможет ли университет нам помочь. О, что-то промышленный спрос-то большой, большой. А в чем ваша проблема? Давайте глянем. Промышленное счастье, да. А, может, коммерции? Может, у них нет товара? Да нет. Откуда тогда такой спрос? Ребят, что-то вы меня гоните. Требуются рабочие, ну это понятно. Странно. Ладно. Что у нас с продажей наших металлов? Вроде все работает. Вот, почти, почти уже 600 тысяч в день дневной доход. Это превосходно. Склады не переполняются? Не переполняются. Давайте посмотрим. Сейчас 20 тонн у нас есть на складе. Через сколько они их увезут? И увезут ли вообще? О, все увезли. Я думаю, стоит еще одну печь поставить. Не так уж и много. А что здесь наложение? На что? Гаражики, что ли? Я не смогу поставить еще одну печь. Дорогу снесу, если не смогу. Опа, все. Давайте посмотрим, смогу ли я. Я не смогу поставить. Я снесу дорогу, мне поливать. Так, что насчет университета? Ой, это не университет. Где вы? Никто не хочет в университет. Ну ладно, мы построили там глубоким вечером, так что пофиг. А у нас появляется потребность в жильцах с высоким доходом. Неужто пора начинать строить элитный район? Или повременить? Я думаю, повременю. Так, ну что, теперь-то у нас справляется? Не справляется. Построить, что ли, у нас клинику хорошую? Построить или нет? Тоже как бы хорошая вещь. Я думаю, стоит увеличивать у нас районы. Ну, то есть расширять наш жилой сектор, так сказать. Потому что в конце концов потребуется. Я извиняюсь, что-то прям. О, мы можем модернизировать наш таунхолл. К отметке 30 тысяч жителей стремимся, это прекрасно. И вокзал, я думаю, нам в конце-то концов потребуется. В конце-то концов потребуется вокзал. Что нам нужно для того, чтобы вокзал стоял? Чем нам пожертвовать придется? Ну-ка, давайте почитаем. Так, вокзал. Да ничем, собственно. Ничем. Ничем. Ух, какая пробка-то, смотрите. Опа-па-па-па. Похоже, что придется убрать здесь дорогу, чтобы пробка не копилась тут, не в город въезжали, это нехорошо. Да. Пойдет. Так, что теперь? Теперь вокзал, да? Стоит ли вообще вокзал строить? Я просто надеюсь вокзалом привлечь работников, да? Немецкая высокоскоростная дорога. Почему немецкая стоит дороже? Потому что она высокоскоростная. И где бы нам ее поставить?
Ну, то есть, допустим, из других городов будут приезжать, да? Так, что? Из других городов и сразу работать у меня будут. Или, может, довести ее куда-нибудь до сюда. Сколько это будет стоить, интересно? Давайте поглянем. Допустим, так, это 16 тысяч. 17. Отсюда. Еще 39. С ума сойти. Это 1070, наверное. Да, 1070. 70. Денег-то есть? Давайте сделаем. А, нам нужно, чтобы она смогла тут угол как-то правильно сделать. Фиг-то там она сделает правильный угол. Че это такое? Я не хочу такую букву. Круг такой на всю карту. Ну-ка, если так, куда делась? Так, отлично. Институт начал работать потихоньку. Вот так вот, потом вот. Что это такое? Вот. Что сделалось только что? Нет, понимаешь, вырисовываем. Да елки-палки! Что ты мне тут понастроил-то? Так. Ну, он 5:25, что ты делаешь тут? Вот так вот. Ёлки, что это такое? Все, shift dial. То ли какая-то комбинация их нажимает, то ли что. Я просто shift зажимаю, чтобы она прямо строилась. Давай. Так вот поставишься. Все. Все. 40 тысяч. Супер. Так, все построилось там, правильно? Правильно. И вот где-нибудь до сюда сделаем. Просто я хочу потом товарный склад сделать с отгрузкой на поезда. Я думаю, будет ответвление. В итоге все равно придется строить тут систему. Так что ладно уж. Давайте построим для жителей. Не для жителей, для пассажиров. Железную дорогу. Вот так вот. Так, и от нее две дорожки, да? Для машин. О, так. Давайте вот так вот. А вторую даже не знаю. Может, вот так вот? Мост такой забахать. Или вот сюда. Интересно, как получится-то. Или вот сюда сразу, да? Хотя нет, тут прямая такая. Ладно, пока одной хватит. Посмотрим. Пойдет как. 640 тысяч. Чем мы встали-то на этой отметке? Давайте больше. Где там склады наши? Так, ну это у нас так. Функционирует, все продается, ничего нигде не встает. Ай, ё-моё. Так, здесь не встает, здесь все классно, здесь тоже. Возможно, даже придется у нас увеличить добычу угля. Ой-ой-ой, что это, что это? А, это вечер, это... А, нет, это утро. А чё, куда все уезжают? Типа ночная смена, что ли? Когда мы сможем сделать? Ага. Еще чуть-чуть и сможем сделать. Ну вот, 144 пассажира у нас сегодня приехало. А, неплохо. Затор на заторе, вот это плохо. М-да.
Тем временем мы накопили миллион! Понятно, что это капля в море, потому что этот миллион мы там потратить можем быстро достаточно. Но все же приятно. Я думаю поставить еще одну печь. Почему? Ой, прям на крыше, что ли? Интересно. Давайте поставим прям на крыше. Потому что я хочу убрать вот эту вот вещь. Сколько у нас? 164. Все, убираем. Спасибо, ветряная мельница. Мельница. Ты нам славную службу сослужила. Ну, что так долго-то убирается? Давай. Рассейся, туман. Дороги тут понастроил. Тоже убираем. Так, что теперь? А теперь смотрим мы. Водонасосную станцию я хочу поставить здесь. Почему здесь? Потому что около сточных вод всегда есть вода, хоть и грязная. Мы поставим фильтры на водонасосную станцию, вот как здесь, да? Просто в конце концов вода вокруг будет заканчиваться. Давайте я даже покажу. Вокруг него будет заканчиваться вода. Соответственно, ее придется передвинуть. А около сточных вот всегда есть вода. Но грязная. Поэтому придется фильтры ставить. Они здесь у нас есть. 60 тысяч, то есть они на 30 тысяч дороже. Короче, в два раза дороже. Но при этом такой же выхлоп дают на грязной воде. Для того, чтобы нам это сделать, придется убрать свалку мусора. Да. То есть сделаем такое, получается, сточную воду, рядышком вода, водонасосная станция, куда-нибудь свалку мусора передвинем. И всем будет классно. Так, ну, это будет в следующих сериях. В общем, с вами был Дертуэр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если нравится SimCity. Всем хорошего настроения и пока.